Это мантикора. Биооружие против определенных генотипов. Если твоей ДНК нет в базе Атласа, считай, что ты труп. Он может сбросить его на поле боя. Его бойцы выживут, наши умрут. Верно. Контакт с одной спорой смертелен. Химзащита без толку. Он уже в работе? Не знаю. Но раз он изготовил образец, возможно, уже идет производство в промышленных масштабах. Если да, нам нужно знать что, где и как. Иначе нам Айронса не свалить. У Атласа есть куча заводов, способных наладить массовый выпуск. Вот тогда до нас и дойдет. Гидеон знает место. Ты уверен, что ему можно доверять? Без него задание не выполнить. У нас есть выбор. Лесопилка в Болгарии. Встречаемся в точке сбора и объединяемся с группой Кормака. 3 минуты до цели! Ты был прав насчет Айронса. До меня не сразу дошло. Хорошо успели. Без тебя мы бы так и блуждали в темноте. Прямо как раньше, а? Это Гадюка Т-3. Нас попали. Эбби, ударил Атлас. Черт! Сбой, Экзо! Система не отвечает. Не могу! Приготовиться к удару! Все! Прыгай! Загружается. Вертушка кружит над нами. Пошел! Вверху! Шевелись! Держись! Давай! Давай! Экзо, скрыт! Приближается патруль. Вы тот, что спереди. Говорит Виктор 7. Мы... Этот без глушителя. Стрелять только в крайнем случае. Давай сделаем все тихо. Возможности, Страж 2-1. Попробуйте связаться со Стражем 2-3. Вас понял. Черт. Их слишком много.
Боб и Нокс уже должны быть у трейлера. Пошли. Двое в машине. Ставь глушилку, снимем их тихо. Ты как? Надо быстро сваливать. Пришлось убрать пару их ребят. Когда их найдут, будет жарко. Дело не сделано. Пошли. Миссия даже начаться не успела. Мы никуда не уйдем, пока все тут не осмотрим. Я ни черта не вижу. Нокс, покажи им. Посылаю данные. Следы химикатов, босс. Много химии. Им есть что скрывать. Мы не справились. Вернемся в другой раз. Другого дня не будет. Облажаемся. Отвечать будешь ты. А когда было иначе? Крутой ублюдок, надо признать. Все, поехали. Графическая маскировка. Нужное здание прямо по курсу. Два охранника возле камеры. Митчелл, выбирай цель.